Всем привет, ребят! Очередной тест, прокачка, обзор вот такого вот черепа. Просили с порочным пактом черепа. Попробуем поставим раскол рунами, попробуем поставим грубую силу рунами и потестим, что получится. Пока ремка, потому что я еще не докачал просвет у 91-го. Мы это сейчас сделаем. Чем герой хорош? Старенький герой. Когда активирует скилл, увеличивает атаку на 800%, это дофига. Также имеет ограничение полученного урона 3000, это на 10 скилле, на 10 секунд. Имеет 8 оживу. Вот так вот, кулдаун 12 секунд, работает это все 10 секунд. Герой офигенный был, всегда был имбовый до того времени, как появились питомцы, которые снимают бафы, герои, которые снимают бафы, Некрос снимает баф с него, там единорог снимает, в общем, вариантов очень много. Герой, если с него не снять баф, будет офигенный, только снимается баф, это вата. Какой бы талант вы ему не поставили, бастион неплохо смотрится, смертельный удар там на арену раньше ставили, в общем, вариантов на домах очень много. Универсальное что-то, все зависит от локации, где вы будете его использовать. Даже использовали против архидемонов с отражением, так как у него пониженное получение урона, использовали даже там, с утеканием неплохо смотрится, с разбросом неплохо смотрится. В общем, вариантов очень много разных. Мы будем тестировать именно такое сегодня. Поехали, делаем ему эволюцию и будем сейчас тестировать и сделаем аугментацию. Я уже расскажу, что и как ему ставить. Конечно же, ему самое топовое это будет уклонение, но мы будем его сейчас собирать на домах. Именно на домах хочу именно с этим талантом потестить, потому что уклонение, да, оно его будет спасать, но я его, честно говоря, нигде использовать толком не буду. Он был когда-то раньше офигенным там в роли танка. Но сейчас уже время его, к сожалению, прошло. И я же говорю, если бы у него была неснимаемая чара или не было этих питомцев, там, героев, он бы был бы до сих пор мега востребованный. Но пока он, конечно, на любом аккаунте будет, особенно на начальном, очень востребованный. Но вот так вот даже шанс. Вот этот, кстати, талантик офигенно надо будет поставить. Сейчас я подумаю, кому. Я не черепу не буду его ставить, так как черепа я сейчас использовать не буду. Я поставлю на кого-то того, кого я буду использовать все время. На. Так, тут пятерка стоит. Использовать буду в древнем. Для древнего он будет вообще просто незаменим. Конечно, кулдаун 9 секунд, они там столько не живут. Тут другой вопрос. Можно, в принципе, и на черепа. Давайте на черепа поставим, что мучиться. Будет мега урон. Заодно и посмотрим. Окей. Есть, поехали. Крит и крит урон ловим. То есть такой вот вариант. Все остальное ловить я не буду. Такс. Крит. Атаку смысла нет. Так и у него вот крит урон. Прямо сделаем. Мега урон. Так, еще крит. Ну, уклонение не хочу. По сути, если у него там включается скилл, то его только можно, ну так скажем, если у него еще и будет утекание стоять, то только слить за счет того, что закончится баф и 2 секунды будет. Так он себя будет за счет своего дамага хилить очень круто. Так, крит резист. Крит урон было бы неплохо еще словить.
уклонение. Когда не надо, оно падает. Такс. Ну. Отлично, крит. Крит дамаг. Ну, давайте даже так оставим. Не будем заморачиваться. Потом будем, когда выходить в топ, доролевать все. Так, вот такая вот у нас сборочка, ребят. Поехали. Сейчас мы его немножко усилим. Так, есть первая эволюция, есть. Сейчас нам надо немножко книг продать. Закончились у меня значки почета. Ну, здесь это не проблема, в принципе. На этом сервере нет вообще никаких проблем с этим. Так, как бы вам показать? А, вот прям он же насремочный. Смотрим. Если, конечно, успеет, видите. Не успевает он. Его просто вот это его умение, благодаря которому он прожил только что. Под таким напором. Сейчас попробуем забежать. Вот он два здания ударил, если видели. Так, понятно все. Надо искать каких-то послабее противников. То эти смотрители никогда не дадут толком ничего протестить. Ну и надо, если такие вот локации, надо все-таки ему ставить. Слона тогда он не будет станется. Очень часто его использовали на битве гильдии раньше, с коркой особенно. Тоже неплохо смотрелся, но сейчас уже... Он, я не знаю. Возможно, кто-то его и до сих пор использует на битве гильдии. Но я не знаю. Есть масса героев. Бездонатных, более универсальных. Но на него можно агрить. В любом случае. Так, чем мы маемся? Давайте немножко золота зарабатывать. Нам же надо прокачивать его. Бегаю тут фигню, страдаю. Так, а ну-ка попробуем. Ну тут Фрейя у нас не тут. Тут просто бафы снимают с него и все. Вот тот же самый Некрос. Он снимает как с хранителя щит, так и с него. Так, отлично, есть. Есть. Делаем дальше. Вторую эволюцию сразу же. Так, есть эволюция. Может тут карты использовать. Черепов не жалко. Так. Есть апгрейд. Жизни у него не так уж и много. Сейчас мы вот в PvP локациях. Сейчас он должен нормально, кстати, дамажить. У нас пока ремка сейчас стоит рунами. Так, давайте ему просветик надо подкачать под седьмые, потом на подземку потестим. Угу. Подкачали. Ну, как раз нормально сейчас. Докачаем уже и пойдем тестировать. Самое основное тесты, как бы это PvP локации, то есть та же самая забытая, но при условии, что у нас сейчас никто не снимет
его щит, пока он с ремкой. Часто использую его в лабиринте даже, с утеканием, на гоблинах. Там тоже он неплохо находит, особенно на тех, у которых отражение. Без тыковки, так как у него дамага хватает. По чарам классно на нем смотрится доспех, так как он бежит вперед, он доспехом под скиллом будет очень много снимать. Я делал обзорчик на доспех, как только у нас чары вышли, показывал это. Просто нереальное. Также плюс 25% урона, там еще бешеный тоже дамаг будет. Но вот такая вот сборочка, в принципе, чем хороша. С этим талантиком. Кулдаун, конечно, большой, но для PvP локации зайдет. Вот видите, Фрея. Всю малину нам испортила. Так, ладно, не буду я заморачиваться. Поехали. Вот его максималочка. Что мы имеем? 750 точность. Крит урон. Крит сопротивления у нас есть. Также такая вот чара, которая 600% еще дополнительно будет наносить. При таком уроне поехали. Давайте начнем с арены. Он сейчас там просто должен раздавать их, конечно же. Так, это не арена у нас. Вот у нас арена. Убираем кого-то. Так, где наш череп? Вот когда откроется на него 12-я судьба, вот тогда будет интересно это все посмотреть. Так, поехали. Нету, окей. Ноги бегают на арену с ним, еще даже его используют. Так, смотрим. Ну вот так вот. Он будет сейчас их просто рубить. Смотрите на кристалл. Как вам урон? Круто. Конечно, круто смотрится. Единственное, что круто смотрится, пока на нем скилл есть. Он у нас их будет кромсать, потому что он сразу же включается. А вот тут с него сняли, по-моему. Но все равно пофиг. Всех перебил. Посмотрите на урон. Это просто жесть. Пятая ремка, конечно, творит чудеса. Он просто их там кромсает. Ну все, тут с него сняли. Тут фрейка есть, тут без вариантов уже. Давайте еще против этого пойдем. Пробуем. И пойдем дальше. Хочу его именно в подземках потестить. Так, смотрим. Ну тут просто без вариантов. Посмотрите, что он делает. Какое там 600, просто жесть, просто разваливает. Так, есть у меня еще есть попытка, еще хочу против этого. Так, Асурик, сердцеедка, вот молчанку наложили, до свидания сразу. Так, окей, поехали, теперь сделаем интересный тестик в подземке. Вот тут у нас, конечно, отхила. У нас отхила будет. Так, смотрим. Конечно, долго их будет убивать. Но ничего не поделаешь. Можно было бы ему слона поставить, но... Ну, как его дамажит. Надо будет, наверное, ворожея ставить. Ну, очень интересно посмотреть будет сейчас даже под... Так, включайся. Сколько? 4, видели? Сколько он ударил? 4 миллиона, ребят. Эй, ну, стан. Вот так вот. Надо все-таки ему ставить. Давайте уберем, кстати, ремку. Поставим, знаете что? Железную волю. Вот это будет, думаю, интересный вариант.
пока не будем ставить. Но раскол там дает само собой интересную грубую силу, тоже интересно посмотреть. А мы поставим железную волю именно для того, чтобы он не станился. Так, теперь ставим сюда купидона, ставим сюда тыковку, ставим сюда ворожея. Дерево убираем, бигфута убираем. И теперь смотрим внимательно на его домах. Я не знаю, или сможем мы полноценно это сейчас увидеть, но я думаю, там будет очень бешеный домах. Так, тыква, купидон и ворожей. Я надеюсь, он первым добежит сюда до них. Скажите мне, какой там брон? Я не знаю. Ай-яй-яй, они, видите, совсем по-другому побежали, он просто не успеет. Нереально что-то. Давайте еще заходик. Давайте просто попробуем его и тыковку. Купидона. Потом ворожейка на подхил подкинет. Так, смотрим. Ну куда ты побежал? Там сейчас без него просто всех убьют. Ну видите. Так, хорошо, и попробуем еще вариант. Не тут кидать. Попробуем сразу. Сразу где-то вот здесь закинуть его. Смотрим. Но вы на замедленном потом сможете мне сказать, кто смотрит, какой там урон был. Но мне показалось, что было очень много. Так, еще разок. Тест. Но они просто пропадут. Сколько? 40 лямов? По-моему, да. Ну, напишите, ребят, в комментах на замедленном, кто смотрит. Я сейчас еще один тест ради этого сделаю. Ну, вот ради этого, в принципе, я и выкачал, показать вам, какой урон. Но можно еще больше даже сделать урона. Так, смотрим. Надо будет посмотреть, сколько у этих мяса в жизни. Ну что-то очень заоблачно. Какого урона, блин. Стычки выносит каждому. Давайте просто посмотрим. В каком варианте. Да он их там дамажит. Я офигею. Ну все, его слили. В общем, напишите. Я знаю, что есть статисты, которые любят это все смотреть. Напишите в комментах. Поехали. Нету смысла сейчас ему ставить сюда какой-то... Там стана очень много, поэтому это не спасет. И мы не видим ничего. Ставим ему ремку. Идем еще покажу вам его. В забытой. Специально оставил попытки. Так вот. Конечно, если попадем сейчас на какой-то стан, нас тут просто расчувакают. Так, ну вот есть оно без Дрейк. Ну, давайте против Дрейк. Хоть и есть стан. Так, одного ушатал и все. Знаете, почему умер? Потому что его заблокировал Ара, и он даже не смог оживиться. Так вот. Вот такая вот, ребят, печаль с ним. Так, ну Махатма, покажи им класс. Не, не сможешь, жалко. Так, хорошо, попробуем кого-то другого найти. А, я не могу даже никого. Давайте против Анубиса попробуем. А, тут, конечно, именно тот уровень. О, он по-любому тут всех уложит.
Надо будет начать скоро тесты один на один. Такс. Что там у меня есть? Попытки есть. Ну блин, давайте еще раз сюда. Конечно, сюда можно было бы Рудольфа поставить. О, кстати, новый герой. Так, ну его заблочили. Ну а дальше что? А дальше нам пипец, ребят, походу. Не? Ну давай, давай, давай. Посмотрите на урон, как он Анубиса разобрал. Даже без скилла. Офигеть. Круто. До свидания, Фрейя. Такс. Ну, вроде как бы все. Давайте еще в экспедиции. Посмотрим на урон хотя бы. Если сможем. Ну, видите. Я надеюсь, напишите в комментах. Что там по подземке. Надо будет посмотреть. Или кто знает, сколько у Меса там жизни. Посмотреть на это все. Ну, тут, видите, снимают с него оживу все. Снимают, точнее, щит. Его, он резается, его сразу же убивает, потому что щит сразу не включается. В общем, вот такой вот у нас получился, ребят, герой. Действительно очень и очень интересный. Напишите в комментах, какие вы хотите еще видеть сборочки. Но мне он реально очень и очень нравится в таком прикиде. Конечно, против Фрейя он тут ничего не сделает. Так, тут есть Фрейя, да, тут есть. Ну, Фрейя снимает щит, видите, его просто разбирают по частям. Плюс их не крыл, все. Вот, ну давайте еще, может, этот с тыковкой попроще. Нет, тоже вроде с Фрейей. Молчанку наложили, и все. В общем, вот такая вот имба у нас получилась. Действительно, реально очень крутая. Единственное, я его еще потом протестирую с разными рунками, как он себя покажет. В общем, вот так вот все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.